И всем привет, с вами Инди, и сегодня мы посмотрим игрушку под названием Скорпалак. Я не знаю, что это, с чем это едят, но выглядит оно как старая игра Сеги. И мне почему-то, или с Дэнди даже, я не знаю, на что эта графика похожа. Но, в общем, мне захотелось в это поиграть. И давайте посмотрим, что это. Я надеюсь, хотя бы тут несколько уровней, потому что игрушка очень мало весит, она бесплатная, я скину ссылку в описании, если вам интересно. Я очень люблю такие игрушки, миниатюрные. Просто потому, что их не надо долго проходить. Они довольно примитивные, простые. Но при этом довольно сильно запоминаются. Просто из-за того, что они индивидуальны. Что это было? Ну, кстати, игрушка сделана довольно неплохо. То есть в своей стилистике она выглядит довольно красиво, я считаю. Блин, да ладно! Ладно. Мне начинает напоминать, пожалуй, Ghosts and Goblins. Нет, ну что-то типа того. Если бы это был Ghosts and Goblins, я бы уже 300 раз умер. С другой стороны. О, какая музыка интересная. Кстати, насчет Ghosts and Goblins. Можно пробовать поиграть в него на стриме, допустим. Ну или в его клоны. Это, пожалуй, игра будет сложнее, чем Волгер за Викинг, которую мы играем. Хотя у меня там есть еще одна игра на примете. На следующем стриме именно она и будет. Название ее говорить не буду, скажу лишь... Хотя я думаю, вы сразу поймете, о чем я. Игра от создателей I Wanna Be The Guy или The Woshi. Ну, это обе игры его вроде. И, по-моему, у меня, кстати, одна хп всего, да? То есть мне вообще крайне не рекомендуется получать урон. Потому что я считаю, что на стримах нужно играть или в рогалики, или в стратегии, или в... Как они называются эти игры? Ну, в общем, когда стримеру очень больно. Вот эта игра как раз-таки из этого раздела. Она, скажем, она не на уровне Воши, то есть она не троллит игрока, но она явно сложная. И там даже сюжет есть. И, кстати, по поводу сюжета я немножко даже расту. Там секретка справа. Блин, а как ее достать? О, это довольно сложно было бы. Ну ладно, забьем на нее. Там сюжет, правда, есть, и она на английском языке, так что, скорее всего, на записи будет очень непонятно, о чем она вообще. Я вот даже не знаю, пройти ее именно на стриме или пройти ее на канале. Так что можете написать в комментариях. Ну, если вы понимаете, о какой игре я вообще веду речь. Ну, хотя я думаю, вы сами можете найти. Все-таки I Wanna Be The Woshi и The Guy, они довольно... Ух ты, скотина! У нас опережение выстрелило. А среди моих хп? А, у меня маска поменялась на синюю. Окей, значит, мне хотя бы не ваншотнуло. Че это такое? Оу, что-то дали. Нифига себе дальность. Блин, 3 хп. Жестко. Ай, как ты умеешь прыгать, интересно. Это если у меня будет метательное оружие? Че типа того? С копьем как-то жестко слишком. О, он по нижней линии лупит. О, неожиданно. Я чуть не увидел этого. Я хотел присесть. Это было близко. Так. Мне нужен наверх. Ну, игрушка выглядит сложно, на самом деле. Хотя прикольно. Она мне напоминает, пожалуй, старый флешбэк. Что типа того. А, Сеги. Ну, часть. Блин, скотина. Да, у меня всего 2 хп. Ну хотя бы 2, хотя бы не ваншот. И на том спасибо. С другой стороны. Блин, я бы эту хрень сверху сломал. А, кстати, по поводу сломать. Я! Отлично. И, кстати, почему выпадают эти сферы только из этих снайперов, скажем так? Блин, как ее убить? Может просто забить на нее? Я думаю, она мне не позволит. Скотина. Ладно, забьем. У меня хотя бы... Я что-то подобрал. А, это хотя бы... Они не та... Она бросается всякой ерундой. Нет? Блин. Я не хочу ее добивать. Пускай нафиг. Аккуратно. Он ты дурак. Нафиг он прыгнул спиной. А. Так, развернуться лицом, главное. Отлично. Фух.
Возможно, тоже была секретка, но я ее не видел. О, чуваки с пушками и какая-то летающая ерунда. Кто такие? Я думал, они с винтовками. Не, они с какой-то ерундой в руках. Класс. Поиграли. Не-не-не, мне понравилось. Я хочу рестарт. А, то есть мне даже континью не дают. Серьезно? То есть мне в самое начало кинуть? Оу. Эта игра хардкорнее, чем кажется. Интересно, ее вообще возможно пройти? Хорошо, хотя бы эти лазеры моментально стреляют. По сути, как рейлганы даже. Они лазеры. Если бы это были лазеры, то они бы меня уже убили. А, окей, все, я не могу забраться. Какая у них анимация веселая. Они такие делают шаг назад, потом атакуют. А что это такое? Почему она не атакует? Блин, я в нее даже попасть не могу. В смысле? О. Но оно, кстати, не выглядело враждебно. Но я лучше это убью. А, вот это выглядит очень враждебно. Фу. Так, отлично. Так, что тут есть? Блин, мне нужно все сундуки открывать, я считаю. У них может быть что-нибудь полезное. А хватит задом прыгать. Ай. Так. И тут у нас есть какая-то опять фигня. Мне интерфейса не хватает. Потому что у меня такое ощущение, что здесь я что-то собираю. Но у меня такое ощущение, как будто интерфейс. Ваншот? Оу. Это хуже, чем пропасть. Отлично. Ой, плохая идея. Хотя бы мне неуязвимость дали. Окей. Может, меня подхилят, кстати, вот эти как раз таки фигни. А, серьезно? Отлично. Тайминги. Что-то подобрал. У меня ощущение, что это ХП. А, просто проблема в том, что чтобы меня подхилить, мне нужно, получается, брать очень много таких фигней. То есть 5 штук вроде. При условии того, что я всего, наверное, 5 штук за игру нашел. Окей, оно меня не стало убивать. Хотя бы это хорошо. Там снизу секретка, блин. Заманчиво. Нужно оно мне? Я думаю, нужно. Правда, я не знаю, что она мне дает. Ладно, с другой стороны, это будет довольно просто. Я всех рогов убил уже. Мне уже нечем убивать, по сути. Ну, кроме вот этих силовых полей, я не знаю, как их назвать. Да ну, скотина такая. О, 8 жизней? Что? А что так много? Ладно. Кстати, было бы неплохо, если бы он умел его кидать. Пускай даже безвозвратно. Типа как этот Волгер за Викинг. Но только типа для хардкора могли бы сделать так, чтобы я его кинул, и все, оно пропало. Ну, то есть воткнулась в стенку, и мне нужно его поднимать. Это бы сильно усложнило игру, но было бы довольно прикольно. Так. Вот, надо было на край встать. Дубины. Довольно много хп потерял на этой локации. А я что такое на стене? А, это вы сами. Оно еще катается. Офигенно. Ну ладно. Хотя бы у меня. О, еще немножко и полный хп будет. Отлично. А что такое катается танчик? Окей. Блин. О, отлично. Вот эти пчелы. Я ее не достану. А танчик именно за мной катается, серьезно? Он прям вот в меня выцеливает. Скотина такая. Еще лягушка здесь. Нафиг иди. Фух. Жестко. Блин, как я люблю вот эти старые классические игры. Ну, в смысле, или похожие на них. Они очень крутые. Прыгать! Ай, ладно, забьем на него. Ты вообще где? А, ну правильно, вниз. Влево пошли. Не все так просто, да? Там вообще ничего нет. Так, ну если я правильно понимаю, это хп. А если это 3 хп, то это очень полезно. Это стоит всех затраченных усилий, я думаю. При условии того, что я поднабрал ее с одной жизни, то это вообще круто. Главное не помереть. Хотя даже если помру, уже не так страшно будет. Я же ее уже подобрал. Так. Так.
Ой, там сверху это и хрень приехала. Нет, уезжай. А, скотины в голову прям. Да, это хп дает. Правда, что-то не так много, как мне показалось. Или неужели все хп потерял уже? Так. Отлично. Хотя бы она не предсказывает то, что я прыгну. На том спасибо. Жаба, уйди. Бежать. Телепорт. Оу, это на самом деле карта была? Кто бы знал. Я думал, это сохранение. Это за вторая стадия, серьезно. Но правда, здесь я уже сохранился. Здравствуйте. Блин, это слишком охренительная игра, чтобы быть бесплатной на самом деле. Она очень крутая. Оу, даже так. Окей. И она довольно длинная, судя по всему. Хм. Круто. О. Здрасте, жаба. Но я, правда, не знаю, если она очень длинная, то, видимо, я ее за одну серию не пройду. Но мне хочется ее пройти. Очень хочется. Так, там жаба. Привет. Умри. Так. Да ладно, умереть от мухи. Позор. 4 хп. Маловато. Отлично. Что такое сверху, кстати? Ну, сверху есть ящички, во-первых. А, это секретка, видимо. Окей. О, ты даже так умеешь. Какой клёво выглядит. Очень клёво выглядит. А, блин. Было близко. Так, остался убить этого гада. Аккуратненько. Блин, слишком рано бью. Раз. Два. Отлично. Так, мои хп где? Здрасте. Вы что такое? Их еще несколько. Дай нам кто. А, фух. Я думал, они управляемые. Бежать. Блин, скотина такая в спину. А! Черт, я думал, это меня не зацепит. 3 хп. Слишком плохо. Все слишком плохо. А, теперь самое сложное. Прям самое-самое сложное. Как нахрен вообще работает? А, по одной и той же траектории. Тю, мне казалось, она опаснее. ЕХП. Три штуки, я так понимаю. Хотя, мне кажется, всего две будет. Ну, хотя бы что-то. Так. Подойду, она превратится вот в эту хрень, да-да. Как не бесит эти пушечки. И одновременно мне они очень нравятся по своей механике. Хм. А что насчет нет? Я не хочу вниз. Мне кажется, оно того не стоит. Там же не может быть еще одно хп. Я думаю. Жаба, здравствуйте. Ой. Фух. Так, ну это всего лишь лазеры. Они не опасны, я думаю. Просто пригнуться. Я вспомнил этих роботов из флешбека, которые, блин, там такое вытворяли. Я как вспомню, мне же страшно. А. И определенно она облетает, да. Ну, у нее хотя бы одна траектория. Не настолько сложная, как может показаться на первый взгляд. Я могу просто сюда спрятаться. А здесь она не летает. И перепрыгнуть потом. Отлично. Ну, может, они выглядят опасно. Кстати, я не знаю, их вообще возможно убить, нет? Получается, самое бесполезное это вот эти пташки. Единственное, что они умеют, это просто летать. Хотя, кстати, это довольно эффективно. Не спорю.
Эй, ты не слишком часто стреляешь? Может, какое-то улучшенное? Я не знаю. Там, кстати, слева можно как-то добраться. Но я не понимаю, как можно это сделать. Можно вниз спрятаться. Ну, внизу там, скорее всего, будет хп просто. Нафиг мне хп. Не хп, ну, в смысле, именно не жизнь, а хп. Хп они мне не нужны сейчас. Интересно, может предугадать мое движение на вот этой штуке? Если да, то это капец. Окей. Ну это не так сложно на самом деле. Могло быть гораздо хуже. Кстати, справа такое ощущение, какая-то секретка. Прям очень похоже на то. Но, ну ее нафиг. А, окей. И, ну ладно, эта локация как-то слишком простая. Подозрительно простая. О, третья локация. Такое ощущение, что тут всего 4 локации, кстати. Возможно, можно ее пройти прям сразу. Босс? Да, определенно босс. Червяк. Ну, судя по всему, эта игра не такая сложная. Так что и босс должен быть не мега сложный. Ну, то есть, как бы она сложная по-своему. Но босс должен быть не мега сложный. Скорее всего, его просто можно будет заучить. Или что-то типа того. Там еще и ми... Оу, нифига. Как его атаковать тогда? Увернулся про... О, мне 5 хп дали опять. О, окей, круто. Блин, какой приятный тут график. А, я, кстати, только сейчас заметил, что она 4 на 3. Забавно. О, ты куда быстрее стал, как будто бы. Отлично. Так, справа, слева... А, я запомнил, как это работает. Да-да-да. Я понял. В какую сторону он летит, оттуда он и вылезет. Логично. Все очень логично. Сейчас он вылезет опять слева. Мне на них вообще забить, кстати, можно. Отлично. Все гораздо проще. Так, с вами что делать? Я думаю, просто вернуться. Нафиг мне вас убивать. Хм. А вот что дальше будет? Все еще живой, интересно? Да, он все еще живой. Блин. У него сейчас будет новая фаза, скорее всего. Да, усложнение. Так, 4 удара. Это очень неплохо. Так, слева. Блин, я не с той стороны оказался. Черт. Блин. Ладно. Не так важно. Еще плюс жабки появляться начали. Так, отлично. Это легкая атака. Изи. Вроде вообще умер, кстати. Да. Фу. Окей, он не настолько сложный, если его понять. Неплохо. Мне понравился этот босс. Стоп, неужели там будет еще локация снизу? Это получается 4-я, да? Да. И новый враг. Прикольно. А, и пропадающая... А, не пропадающая, она просто мне будет очень сильно бить. Вправо или влево? Бразилка, что ли? Неужели? А, оу, круто. То есть, если бы я... Чё такое с потолка упал? Здрасте. А я их не видел. Это что такое вообще падает? Здрасте, пушка еще тут. Я не успел заучить ее атаки. Блять, безопасно, безопасно, безопасно. Блин, ни хрена так не безопасно. А, вон, комочки сверху. Окей, ну комочки безобидны. А зачем еще ломаю вот эту хрень? Мне же бесполезно, не полный хп. Так, стрелок, сдохни. Кстати, я вижу секретку. Да, я определенно вижу секретку. Мои глаза мне обычно не подводят. Вот здесь. И здесь. А, я понял. Отлично. Так, пошли секретку доставать. Она прям снизу. Фух, если бы я упал, это было бы просто фиаско. Отлично. Ух, как ты меня засейвила. Это было жестко.
Здесь сколько тут всего секреток? Наверное, на каждой локации по секретке. Просто я их не видел. Иногда. Что это за мины, кстати? И что такая легкая локация? Как будто бы. Так. Окей. Запомнить? Окей. Угу. Чё-то сложно. Очень сложно выглядит. Окей, мне нужно спрятаться рядом с этим чуваком. Блин, спрятался. Надо было его перепрыгивать. Я не могу отменить атаку копьем. Раз, два, три, четыре. А, он до сюда застреливает. Чего-то? Я забыл. Да блин, ну какой ты широкий, слушай. 3 хп, нормально. 4 даже хп еще. Вполне достаточно, думаю. Все-таки эта грань не настолько сложная, как мне показалось на первый взгляд. О, отличная идея. Ай, хп потерял. Здравствуйте, секретка. Или что? Зачем это место вообще надо? Чё? Зачем? Ладно, мне нужно убить эту хрень. Там секретка по-любому. Ну чё, типа... Надо было вниз прыгать, вниз! Турепушка. Ладно. Ой, я даже не присел. Чё себе смелый. Сейчас? Не сейчас. Сейчас. Чуть не прыгнул, блин, в опасное место. А что он, кстати, ближнюю атаку не использует? А, точно, она же по этим. Она до меня не дотянется. А здесь секретка. Вы что, офигели? Я ожидал там в ящиках что-нибудь. Ну ладно. А как вниз попасть? Не понял. Здрасте. Это очень странная локация. А, вот секретка. Тьфу, не особо-то она и хорошо спрятана. О, здрасте. А чё так просто? Или мне только кажется, что это все так просто? Окей. Хорошо. О. Оу, это гораздо проще, кстати. Где выход-то? Я не вижу выхода. Неужели просто вниз? Такой даунфол получается. Но это на самом деле слишком просто. Просто вниз. Вниз. И все, собственно. И налево. Фу, это как-то слишком изи оказалось. Даже странно. О, кстати, эти пчелы уже начали летать по вертикали хотя бы. А, тоже изи. Фу. Так. Секретка. Нету. Какая огромная локация. А теперь мне куда? Теперь мы, по-моему, не вниз, теперь мне вправо. Судя по всему. А, вон, телепорт. А, конец локации, и все. Только тут много стрелков. Очень много стрелков. И до туда я не допрыгиваю. Тут надо просто играть в матрицу какую-то. Насток! А что такая скорострельность-то дикая? Так, чем меньше, тем лучше. Это мина была. Твою налево с самого начала. Я думал, это хп. Или что типа того. Ой. Ой. Это была плохая идея. Это была определенно плохая идея. Хм, есть у меня отсюда выхода?
Кстати, какая-то очень интересная локация. Подобных вроде еще даже не было. Там, кстати, секретка справа была. Ну ладно. То есть она очень большая. И, кстати, этот путь, по-моему, даже попроще. Да, этот путь проще оказался. Забавно. О, скотина. Так, окей. Что с вами делать теперь? Просто прыгаем вниз. А вы издеваетесь, нет? Отлично. И осталось самое сложное. Блин, я остался выжить просто. Отлично. Я. Там еще локация. Прикольно, она вообще за этим. За экраном. Класс. Чё? Убить всех, что ли? Круто. Скотина. Оу. Прикольно. Они поменяли жанр игры. Теперь не на прохождение, на убийство всех. Интересно. Дайте хп. А еще лучше плазменную винтовку. Хочу плазменную винтовку. Скотина. И с самого начала, да? Круто. Тут я как матрица играть начал. Ладно, аккуратнее. Мне нужно оба хп. Раз. Два. Три. Ну, выглядит несложно. Что такое слева? Ничего сложного. Ага. Ага. Круто, я вас понял. Окей. Еще одна локация. А что это такое, кстати? Тут врагов нет, кстати. И там проход какой-то. Неужели опять босс? Только не говори, что это босс. А? Самолетик? Что? Вы открылись? Почему нет? Какого хрена? А, я могу зажать фото. Окей. Ноль жизней. На. А? Через верх? Не, плохая идея. Явно плохая идея. Главное, что я уже первую локацию прохожу, и нефиг делать. Но, блин, с этим скролл-шутингом, боль. Боль, страдания. Я как вспомню, когда я в Вартайп играл, на телефоне. Дважды. Это слишком больно было. Ну, кстати, в Вартайпе, по-моему, стенки не дамажили. Не убивали, по-моему. Или убивали, я не помню.
Они-то, по-моему, от них можно было царапаться. Они хотя бы не мгновенно убивали, как здесь. Царапаться можно было, и если прям сильно удариться, то только тогда убивали. Так, ломаем верхнюю ерунду, вот эту висюльку. А потом клешни. Отлично. Теперь клешни. На дальнем расстоянии. И перемещаемся по окружности. Вот это вот так, да. Одну клешню сломаю, и тогда будет гораздо проще. Во. Пошло дело. Так, пулемет нафиг нам не нужен. Блин, как же меня бесит эта нижняя. Отлично. Осталось только нижнюю поломать. Окей, может он не такой жесткий, мне показалось на первый взгляд. Блин, почему они стреляют по несколько раз, я не понял. Что-то фигня. О, близко. А, они стреляют в ближайшего. Или глаз надо просто сломать. Это ладно. Тупо сломаем глаз. Сдохни, тварина. Это она очень живучая. Можно, пожалуйста, все. Можно мне обратно в человека? Не выношу скролл-шутера. Финал? Да ладно. Офигенная игрушка. Просто великолепная. За свои деньги? Это просто нечто. Чтобы совместить, блин, отличный платформер, скролл-шутер, и при том все очень хорошо сделано, с крутой анимацией и так далее. Охренительно. Блин, жалко, я эту игру только сейчас заметил, на самом деле. Точнее, я давно ее видел, просто у нее почему-то нет ни видео, ни трейлера, и только один скриншот. А по одному скриншоту я не понимал, что это такая охренительная игрушка. Может, все? Я понял, что спасибо. Выпустите меня отсюда. Заберите у меня этот космолет. Заберите у меня штурвал. И я просто ничтожен за ним. Ну, или что, или escape. А, видимо, escape. Окей. А, что? Вы это видите? У меня теперь две опции, круто. А, блин, да я тупой, ладно. Я забыл, что я белым выбираю. Ну, собственно, все, да. Мы полностью всю игру прошли. Ну, отлично. Спасибо огромное, AARKeeper. Кто бы это ни был. Он просто крутой чувак. Если он выпустит еще одну игру, мы обязательно ее посмотрим. Ну и все. Спасибо за просмотр. И всем пока. Увидимся.